Успешная профилактическая работа позволила 63 воспитанникам вернуться в родной дом. В областном управлении образования нам рассказали, что на сегодня 224 ребенка воспитываются в 7 учреждениях для детей-сирот, относящихся к 3 системам – образования, здравоохранения и центру оказания специальных социальных услуг. По альтернативной форме семейного воспитания переданы из организации для детей-сирот за 3 года 87 детей. Это опека, патронат и приемные семьи. Положительная динамика по передаче в приемные семьи наблюдается в городе Кокшетау, в Сандыктауском, Зелединском, Бурабайских районах. Важно отметить, что вот в результате успешной профилактической работы органов опеки и попечительства отделов образования возвращены воспитанники в кровные семьи. И, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность своим коллегам за успешную проводимую работу. Это такие районы, как Бурабайский район, Биржансал, Зелединский и город Кокшетау. С 2012 года усыновление детей иностранцами не фиксировалось. Желающие усыновить или взять под опеку детей, граждане должны обязательно пройти обучение в школе приемных родителей. Несколько слов о выпускниках детских домов. За последние 5 лет из государственного жилищного фонда области для детей-сирот выделено 390 квартир. В текущем году для них жилье построено в Атбасарском, Шортандинском районах и Степногорске. Есть немножко такие нюансы, потому что я как сама патронатный воспитатель некоторых законопроектов хотела бы сделать, например, поправку, или бы как бы сделала бы вывод, что они не до конца выполняются. На сегодня у нас в Акмолинской области почти что 1718 детей в категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пособие исчисляется только до 18 лет. После 18 лет прекращаются все постановления действия, патронацию уже как бы заключение уже тоже не действует. И получается, ребенок остается опять на иждивении этого патронатного воспитателя. К слову, патронатные родители выразили просьбу больше проводить форумы для приемных родителей и их детей. Это поможет акцентировать внимание на вопросах, которые их беспокоят. Альмира Сатыбаева, Василий Вережников, Кукче, Ахпарат.